С самого утра на избирательных участках Щелково жители активно голосуют. Многие предпочли сделать выбор в субботу. В корпусе школы номер 17 в микрорайоне Финский расположены сразу несколько участков. Вот так проходит голосование на одном из них, номер 4144. Сегодня уже второй день голосования. Люди идут очень активно, и вчерашние активно. Сегодня также голосование продолжается до завтрашнего дня, до 20:00. Ждем вас. Голосование проходит в дни Масленицы. Так, около избирательных участков проходят гуляния. Здесь можно угоститься вкусными ароматными блинами и горячим чаем. Сотрудники учреждений культуры и образования подготовили интересную программу. Радует то, что день Масленицы совпал с днем выборов. И очень проходит в душевной, радостной атмосфере. Чувствуется единение всего народа, и взрослых, и детей. И самое главное, радует то, что на лицах детей улыбки счастливые. Угощение приготовлено не только комбинатом питания, но также и при участии родителей и школьников. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.